Миша, я переживала. Очень из-за этой оценки. А мы ее сами поставили. За что? Что я не сделала? Можно посмотреть на твой конспект, Алина? Что не так? Даже, у меня даже слова так вот не надо. Даже оттуда же списывала. Ну почему у меня два? А я думаю, почему ты все снимаешь? Тань, у тебя плохой почерк. Вот я тебе два залепила. Тань, ты че плохой? Тань, тебе же сказали, надо было дописывать. Ты себя дописывай, а ты оставила кусок. Кусок, блин, вообще. Тут кусмище такое. Я самый обиженный человек в этом мире. И пятерку ты сам себе поставил. Что я ей сделала? Я еще думаю, что так двойка неотчетливо написано? Я завтра поеду. Вообще! За что мне все это? А я еще и хожу на пары, понимаете? Вывод симулянт опаздывает на 40 минут. Я прихожу вовремя. И ему 5, а мне 0. Ужас! Ты все. Тряпка, ты, Таня. Ты молодец. Я, они меня обижают. За Таню двор в упор. Вы хотели Сюхина разыграть, а вы меня разыграли. Как вы так могли? Ну, слава тебе, Господи, что это не твой. Ну, в какой раз ты опять меня кидаешь? Я просто уже теряюсь догадкой. Илья, ну поднеси ты, пожалуйста. Я не могу. А что вы тут ждете, я не понял? Нас не пускают. Главное, чтобы еда была. А чего? А откуда там еда возьмется? В смысле? Что, у меня руки жёлтые, я никогда его не разрежу. Да вот этот кусок, он вообще огромный получился, да, лютый. Его. Хочется прямо его сожрать, честно говоря. Сфоткай нас, Илья. Фоткаешь? Я сейчас сфоткаю. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давайте. Мы от нашего небольшого мужского коллектива хотим поздравить вас с наступающим праздником. Продолжай мою мысль. Поздравляем! Поздравляем! Все, стоп-кадр. Сегодня день обретения. В нашей большой дружной компании все сердца сегодня соединились. Максим нашел кошелек. Он встал на проезжую часть, смотри. И мы счастливы, ура! Илья обрел Ирку. Говорю, типа, она вышла из больницы, и они теперь снова вместе. Как водитель выкал. Саша сегодня наконец-то бухнул и поел. А Женя, то есть Яся, приобрела возможность побыть снова Женей. Женя там жива? Что там? А я обрел чехол для айфона, я обрел смартфон. Саня, такой же едешь, водитель айфон, говорит, типа, подходит. Ну, как будто все. Он говорит, ну, я не... Мне нету навыков. Мне нету навыков. Мне нужно. Как у доктора. Класс. Скоро 8 марта, да? Тяжело отмечать сразу два праздника, и 23, и 8. У меня нет. У меня же родители не сидят ВКонтакте, не смотрят веселые деньки. Привет. Тебе всего самого хорошего. Побольше заказов, побольше работы. Ура! Что это за фигня? Вот это будет мое. Вот это мое. Ну вообще это мое. Что это? Как завязать галстук гайд? Попытка номер 2.
давай. Там как-то надо вот так и вот. Или я такой умиротворенный. Он просто готов к стилю. Вокруг вот этой, вокруг вот этой, вокруг и внутрь вот так. Но у меня внутрь не получается. Предлагаем воспользоваться следующей схемой. Видишь? Вот так. Там руки вверх, ребята, надо идти, вот давай. Мы же не хотим, чтобы у нас именинник кладывал. Тихо-тихо-тихо, потише. Не туда, не туда. Не туда выходим. Дайте подумать. Мы разберем личность Ильи, поможем ему разобраться в его проблемах духовных, душевных. Я готов открыть свою душу ради вас, мои дорогие зрители. Он закомплексованный, неуверенный в себе молодой человек. Он не умеет. Я умею. Знаете, сколько у меня было девушек? Две. Он врет даже про вторую. Что самое главное мешает вам знакомиться с девушками? Почему вы такой вот... Понимаете, у меня есть одна знакомая, как бы, мне кажется, она мешает мне знакомиться с другими девушками. Она ставит мне палки в колеса. С такими колесами. Чтобы разобрать вашу проблему знакомства с девушками, нам нужно понять, какой была ваша бывшая девушка и что вас привлекло в этой девушке. Идите. Это мы за кадром обсудим. Хорошо. Закадровый режим, оператор выключил камеру. Вот сейчас, когда все камеры не смотрят на нас, и в этой аудитории абсолютно никого нет. Моим парнем быть очень сложно, у тебя не получится. Нас никто не посмотрит в будущем. Нас никто не послушает, никто не узнает ваш секрет, кроме меня и вас. Это останется только между нами. Я доверяю вам. Что же было такого вашей бывшей девушки, что... Знаете, она была очень сильно обидчива, потому что она обиделась из-за того, что я сказал ей отсесть. У меня здесь нет вообще-то. Просто, представляешь? Это была ваша бывшая девушка? Да, я думаю, что она моя девушка. Я сказал своей маме, своему брату об этом. Я не смогу реакцию. Так, чтобы она не знала об этом, и чтобы она согласилась пойти с ним на свидание. Самая главная проблема Ильи – это то, что он не может просто подойти и сказать: «Кристина, пойдем со мной на свидание». Кристина, скажите, чисто теоретически, если какой-нибудь абстрактный одногруппник, скажем, его зовут Илья, и он не снимает на камеру сейчас, позвал бы вас в кафе, вы бы пошли с ним? Спасибо, Кристина, это все, что я хотел слышать. Успешный, очень такой... Смотрите. Да, дорогие зрители, мы хотим сказать, что у Ильи есть своя машина. Он живет в трехкомнатной квартире. Без мамы, без брата, без кошки. У тебя нос уже вырос от лжи. Это что? Он стал еще больше. Спасибо, Даня. Мне очень не помогли. Я надеюсь, с вами мы больше не встретимся. Надеюсь, ты никуда это не выложишь, потому что...